вот гэты калядны час надыход Новага года заўсёды час падвядзення нейкіх вынікаў. Ці так гэта для вас, як можа быць год гэты склаўся адыходзячы? Ну, сапраўды, гэты мінаючы ўжо 2019 год быў для нас асаблівым годам, бо быў сапраўды годам, калі мы маглі падвесці пэўныя ітогі і прадусім падзякаваць Богу за 20 год існавання нашай віцебскай дыяцэзіі. Сапраўды, гэта быў час асаблівай ласкі Божай, Божае благаславленне, бо гэта быў час аднаўлення структураў каталіцкага касцёла тут на Віцебшчыне, час адбудовы святыні, адбудовы парафіяльных супольнасцяў, і таму гэта асаблівы час нашай удзячнасці Богу за яго падтрымку, дапамогу, за яго благаславленне у так важнай справе аднаўлення касцёла на нашай Віцебшчыне. Як узаемаадносіны з уладамі, з нашымі мясцовымі? Тут трэба сказаць, што укладаюцца добра. Ёсць пэўныя пункты, у якіх удаецца добра супрацоўнічаць. Гэта справа дапамогі людзям патрабуючым, міласэрнасці, Карытас, які знаходзіць паразуменне у рашэнні здзяйснення нейкіх праектаў, з дабрачынных перадусім праектаў. Ну, і знаходзім парозуменне, знаходзім падтрымку ў нашых ініцыятывах. Ну, вы действительно правильно сказали, что каждое утро 25-го мы встречаемся здесь. Как складываются на сегодняшний день взаимоотношения между властями и костелом? Какие есть точки соприкосновения? Ну, вы знаете, говорить, что они как-то вот складываются, у нас отношения складываются. У нас настолько они действительно сегодня развиты, и, как уже очень хорошо отметили, что, наверное, 25 декабря мы не мыслим без того, чтобы не поздравить бископа также и на Пасху. Есть ряд других мероприятий, которые мы постоянно вместе. И это слава Богу, потому что действительно и понимание полное. Понимание по всем аспектам и понимание сегодня о работе самого костела в Республике Беларусь. И по тем программам, по которым сегодня работают, и программы социальные, и программы образовательные, и программы молодежные. Многие мероприятия уже у нас длятся даже не годами, десятилетиями. Это наша уже совместная международная конференция «Этика в медицине». Конечно, всегда с удовольствием приезжаем уже на праздник Браслов, Володак и всех озер, как на ее коронацию. Ну и можно таких проводить сегодня мероприятий десятки. Но самое главное, еще раз хочу пояснить, что это сегодня уже не мероприятие, это совместная работа. Совместная работа, причем которая ведется в храме не только сегодня уже и с католиками, там и православные включены. Так, сегодня у нас и люди, которые являются атеистами. Очень разнообразный, очень большой серьезный спектр от работы, еще раз хочу подчеркнуть, самыми юными нашими гражданами до самого престарелого возраста. И складываем себе поздравления с праздниками. Такая отеческая традиция, очень часто. И вчера, кстати, тоже пришли в службу, вот обычно, видимо, очень нравится такой момент общения. Я уже хотел правильно, мероприятие. Ну, надеюсь, что пригласите. Потому что мероприятие действительно хорошее, вот я говорю искренне, настолько вот с удовольствием. И посетил столько людей, и общался.